Акцию по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на этой улице провели не случайно. Аллея Челтенхэма считается одним из очагов аварийности Хостинского района. Несмотря на то, что здесь есть и знаки, и зебра, и даже лежачие полицейские. Привлечь внимание общественности к этой проблеме решили наглядным способом. Ребята из автодорожного института и местной 11-й школы выступили в роли жертв ДТП. Активисты вышли на обочины окровавленными, в ход пошла гуашь и с устрашающими лозунгами. Таким образом, мы хотим привлечь внимание общественности к дорожно-транспортному травматизму. Мы хотели охватить все проблемы дорожно-транспортного травматизма. То есть это и детские кресла, это и превышение скорости, это и алкоголь за рулем. Арсен Григорян, один из активистов акции, сегодня выступил в роли смерти. Для студента факультета организации безопасности движения это своеобразная практика. В районном отделе пропаганды ГИБДД он проходит стажировку. Говорит, и его задача в том числе, чтобы это мероприятие предупредило хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие. Сейчас уже наблюдается, что люди заинтересованы, снижают чуть скорость, внимательно просматривают. Я в роли смерти завершаю всю эту акцию, дабы донести до водителей, что не все дорожные ситуации оканчиваются хорошим исходом. Жизнь важнее скорости. Игнорируя требования знаков, водители рискуют жизнью. И не только своей. Чтобы избежать трагических случаев на дороге, напоминают госавтоинспекторы, вместе с ПДД необходимо помнить и об этом правиле в том числе. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.